11 августа в Иванове состоится военно-патриотический праздник «Открытое небо». В понедельник в администрации города обсудили роль областного центра в организации данного мероприятия. Ивановской мэрии в торжестве, по сути, отведена роль завхоза. На территории аэродрома потребуется установить металлодетекторы, обеспечить организацию детских зон. На Северном, как обычно, будет развернута торговля, заявилось более 100 предпринимателей. Только шашлык можно будет купить в 36 точках. Для подвоза жителей к аэродрому выделят более 80 автобусов. Курсировать они будут от площади Победы, с бульвара Какой, от ТРК Ясень и с улицы Карла Маркса. В прошлом году до открытого неба можно было добраться за 10 рублей. Ну, с учетом того, что у нас сейчас все-таки тариф составляет 21 рубль по городу, это первое. То, что тут уже схема движения беспересадочная. Ну, то есть, в принципе, приемлемым было бы и с департаментом, также мы дорожного хозяйства и транспорта как бы совещались, то есть 19 рублей.